такие явления, как вот гололед, мокрый снег, налипание мокрого снега, у нас сейчас сохранится до 17 числа. 17 числа уже дневная температура по территории области будет плюс 1, минус 4, и вот такие явления прекратятся. Но это на ближайшую перспективу. Но в условиях зимней погоды, где-то 24-25 декабря, мы также столкнемся с такой же погодой, когда будет отрицательная температура приземного слоя, будут наблюдаться осадки в виде дождя, налипания мокрого снега и гололедные явления.